целый континент превратился в пыль. Войт у меня сидит, его заберите. Ладно, же. Похуй, я буду. Да он не хочет, я ему написал, он пишет, я у Хука. Все, похуй, короче. Вторыми, сейчас, сядьте. Подожди, говорю. Сейчас будет 25-й человек. Да похуй нам, хоть, блядь, хоть 30, хоть 40. Тут надо не столько людей. Леха, давай, заходи. Поставь шкаф, да. Палом заходи. Как же долго, господи. Ну, пока у меня не прогрузилось. Давайте пока ебанем этого. Так у нас, блядь... В трофейниках вторыми рылами сядь к Холидринку и ко мне. Быстрее, пожалуйста. Ну, Холидринку я уже сел. Там у Сэджа, по-моему, нету. У Холидринка и у меня нет. У Холидринка есть.
теперь это... Короче, фишка, ну, сегодня придумал по поводу воронка фарма, как сделать так, чтобы все довольны были. Первые два дня, четверг, пятница, будет обычный воронка фарм, то бишь, ну, как с пугами, типа, по воронке на рыло фарманули, сразу тут же будут раздаваться. Вот, а суббота-воскресенье, это будет воронка фарм, получается, все воронки будут идти в ГБ, будет это скриниться, кто приходил, и выдаваться этим людям на открытие Т5. При этом еще и давать небольшое ЕП, ну там 50 или 100 ЕП за час воронка фарма. А смотри, да, я же говорю, вот эти воронки, что мы будем фармить в субботу-воскресенье, это будет как отдельная, ну типа в отдельной ячейке в ГБ, вот, и они будут тоже идти на усиление статика 25, и мы будем отдавать в первую очередь тем, кто ходит на этот воронка-фарм для усиления 25-ки нашей. Вот, я в отдельную в ячейку буду ложить в ГБ. Вот. И это. Ты не против, я же говорю, просто люди, чтобы заинтересовать еще людей из гильды, я же говорю, за час воронка фарма там. Либо 100, либо 50 ЕП выдавать. Я жарю. И я просто начну вот эти первые две недели, ну, организую это все. В дальнейшем можно оставить это все, продолжить. Просто я же говорю, вот сейчас будет, получается, 4 воронка фарма в неделю. 2 для личных нужд. Вы там можете воронки тратить куда хотите. Вот, там на голду продавать эти воронки, блядь, открывать там Т5, покупать манускрипты, все, что хотите с ними делать. А в субботу, воскресенье это будет идти не... Опа. А у кого лутер? А, у тебя. Закинь лутера. А вот эти воронки, я же говорю, те, что будем фармить в субботу-воскресенье, я же говорю, это будет непосредственно для усиления статика 25-ки. Вот. Но, я же говорю, я буду смотреть, кто ходит, кто не ходит, ну, скрины делать, короче. Вот. А именно... Я понял. Нет, я... Не, ну я же говорю, я вот пока в отпуске 2 недели эти организую, вот, воронка фарм. А там, да, просто я ж могу быть и на работе, вот, что
Ну и опять же буду смотреть по онлайну. Есть 10 человек с гильды, будет воронка фарм. Ну и плюс, я же говорю, давать ЕП-шку небольшую, чтобы люди были заинтересованы тоже ходить. Я жару, вчера просто Сифилис сказал, что все в ГБ, так, ну, тоже. С одной стороны, это для усиления 25-ки, но мало кого затянешь еще. А так, я жару, поделить 2 дня, вот, кому там надо голда, кому надо манускрипты и прочая хуйня. Вот. И кто хочет там ЕП-шку, это будет суббота-воскресенье. Ладно, чё, пошли в рейд.
Удачный! Железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребят.
это вторжение. Я пока не могу. Thank you.
Дети, вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где кто я? Кто мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Уничтожить их! Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Это невозможно! Торим, не сомневайся! Твоих врагов ждет ледяная смерть! Источник зла, заполонившего Ульдуар. Он разрушил мое королевство, затмил разум моего брата и убил мою жену. Герои! Теперь вам предстоит отомстить за нас всех. Это будет непросто, но я готов помочь вам. Вы должны победить!